За 8 лет на Дальнем Востоке появится около 100 тысяч новых рабочих мест, из них 15 тысяч высокопроизводительные. Для этих целей планируют привлечь 2 триллиона рублей частных инвестиций в территории опережающего развития и инвест-проекты, реализуемые при господдержке на Дальнем Востоке. Такую задачу ставит Минвосток развития России в государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Как отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, финансирование программы установлено на уровне 17 миллиардов в текущем году и более 20 миллиардов рублей ежегодно в 2018-2019 годах.